Здравия, мои дорогие зрители и читатели! 100 сонетов на жизнь Донны Лилии. Сонет 81. В небесах и на земле. Здесь быстротечна жизнь, как миллион мгновений, а в небесах твоей улыбки миг, как бесконечность наших воплощений, сиянием перламутровым возник. Там в небесах чело твое сияет, и мысли свет вне времени несет. Богиня Богу мысли посылает, и в них миров величие растет. Мы жалкое подобие богов, осколки перламутрового света, история бесчисленных веков, исток для жизней, муки для поэта. Источник вдохновения в небесах, и вечно у поэтов на устах. Благодарю вас за внимание к моему творчеству. 100 сонетов на жизнь Донны Лилии. В небесах и на земле.